Друзья, вот смотрите, вроде диск резиновый, да? Вот во многих залах его начинают использовать как для тяжелой атлетики. Но это неверно. Эти блины сделаны для качков, для лифтеров, потому что они не бросают штанги свысока. Вот видите, что происходит? Вот эти диски вообще непригодны для тяжелой атлетики. Поэтому, если вы пришли в зал и увидели эти диски, это не для тяжелой атлетики. Для тяжелой атлетики блины, вот они. Вот такие. Вот, или каучук. Вот такие. Вот это все. Вот это все. Должен быть только внутренний железный диск. А это все каучук. Поэтому, друзья, учитесь определять. Я захожу в некоторые залы и вижу, как вот на этих блинах, вот на этих, поднимают штангу. Но это глупо. Еще раз говорю, тяжелая атлетика – это не билдинг, не пауэрлифтинг. Тяжелая атлетика – это тяжелая атлетика, олимпийский вид спорта, который участвует в олимпийском движении с самых первых дней, на первой олимпиаде. Вот человек везет себе тележку, видите, и он уже занимается трудом. Ну и собрал Боярскую думу, говорит. Бояре, говорит, Петр, да? Да, видел там черной напиток, портвейн называется. Говорит, дюжа хороший, говорит, похмелья с него никакого. Мягкий, говорит, бояре все берем, царь-батюшка, берем. Вот. Он говорит, ну вот корабль снаряжаем, надо либо взять либо это, либо вот еще есть вариант. Говорит, видел там чудное, говорит, средство, говорит, презерватив их называется. Что такое, царь-батюшка? А это, говорит, на срамное место одевается, и жену не забрюхатишь, и гулящих девок, говорит, ничего не подцепишь. Вот, хорошая вещь, царь-батюшка, берем, нет, бояре, решайте, корабль один, берем груз, либо портвейн, либо презерватив. Ну, бояре начали там голосовать, драться, шуметь, там шлепки такие, знаешь, там одни кричат портвейн, другие презервативы, портвейн, другие презервативы. Царь слушал, говорит, бояре, говорит, ну есть же голосование. Они говорят, правильно, царь-батюшка, совали голы, мы будем совать, вези портвейн. Вот такие анекдоты знает Русик. Руслан много анекдотов рассказывает, друзья. Вы ему напишите, Русик рассказывает каждую тренировку. На год хватит у него этих анекдотов. Конечно. Да, Русик? Тогда только остается полностью. Вот Руслан вошел в команду Юрос Раш. Вот так вот. Функциональная тренировочка. Взятие на грудь плюс жим или швунг жимовой можно делать, если жим тяжело. Плюс толчок. 1, 3, 2. Потом махи гири 15 раз. Пресс с диском. То есть это ложитесь пресс. Делайте пресс и диск выжимаете за голову. Тяга гири из ямы, подтягивание. 4-6 кругов. Русик сегодня хотел делать функционал? Пусть сделает. Как самочувствие? Нормально. Друзья, мне очень приятно, что вы мне пишете с Красноярска, с Краснодара, чтобы я вам писал функциональные тренировки. А я вам отослал, ребят, задание. Запишите, присылайте на канал. Я выложу на канале, чтобы все видели, как вы работаете. Фиксируйте время и присылайте. Хорошо? Спасибо. Как тебе функционал, Русик? Не любишь, да ты это? Ну, надо. Вес. Я это люблю, нельзя. Но когда ты это уже сделаешь, то кайф не прикрывает. Знаешь, надо тебе скинуть до 94 или 85. Будет вообще бомба. Надо его в 70 идти вообще. Потому что у тебя 1,72 рост. 85 килограмм будет отлично. Ровно. Сильно ноги не надо от земли, спокойно. Вытолкни ее, потом ноги резко раскинь. Русик, а тебе там пишут, что ты коряга. Что ты им ответишь? Куда ты ставишь? Что ответишь? А? Ответь. Я... Во-первых, я еще... Не нервничай, спокойно отвечу. Не нервничайте, да? Как бы много лет делаю, но и тоже. Я пытаюсь исправить. То, что у меня тут есть все эти погрешности, да. Я обязательно исправлю. Не, немного лет. Ты занимаешься всего, блин, 5 месяцев. Что ты гонишь? Много лет, я имею в виду, вообще железом занимаюсь. А. Поэтому, естественно, одни упражнения, другие. Привыкаешь же к одной технике, выполняешь другой. Да. Особенно силовая работа, она вообще мешает скорости. Да. Вот. Поэтому за раз, за два, за три сложно исправить. Да. Вот. Ну, методом проб и ошибок, я думаю, что я исправлю. Но я хочу сказать, что... Я даже своей корявой техникой, я думаю, что буду толкать большие веса. Я думаю, в 37 лет сначала мы замахнемся на кандидата.
А потом посмотрим дальше. Хорошо, три жима. Раз. За голову, за голову. Два. Три. Два толчка. Ногами, ногами, ногами. Раз. Еще раз. Два. Бросай. 15 махов гири. Три. Тазом, тазом, тазом. Не руками, а тазом ее толкай просто. Пошли пресс с диском. Руки выпрямляй, выпрямляй руки. Очень сильно укрепляй все тело. Пресс, плечи. Сделал 20? Да. Теперь тяга гири из ямы. Вот как я тебе показывал, подбородок. Друзья, я покажу один круг, потому что показывать все круги это очень долго и нудно. Хорошо, спиной, спиной, спиной. Локти высоко к подбородку, не надо выше глаз. Вот так, да. И ниже опускаемся, почти до земли. Спиной, спиной, Русик, не ногами, спиной. Спиной. Работает здесь спина, плечи. 25 раз. Ни приседания не делай. Если вы даже занимаетесь тяжелой атлетикой постоянно, раз в неделю по выходным делайте функционалочку, чтобы насытить кислородом свои мышцы, прогнать кровь, согнать жир лишний. 25 раз. Сделал? Ну, теперь 12 подтягиваний, и это будет один круг. 800 миллионов у меня комплексов. Скоро будет миллиард. Так что можно переписывать, записывать, воровать. Но это бесполезно. Давай. Главное китайцам не показывать. Главное китайцам не показывать, да? Давай. 12. Ты ждешь подтягивания тоже? Давай, Русик, тебя ждут. Уже не можешь? Давай, давай, давай. 12 подтягиваний. И это будет один круг, друзья. Я вам уже показывал. Нет. 12 сделал? Молодец, все. Освободите место. Расскажи после первого круга, что с тобой? Все хорошо? Все хорошо. Нравится? Почти. Друзья, спасибо огромное за то, что вы смотрите, ставите лайки, подписывайтесь на канал. С вами был ваш тренер Рашид Ицаев. До следующих встреч. Пока.